Всем привет, и сегодня пора уже поговорить про скольжение, так как руки, да, мы разобрали все движения, как она работает, нижняя, верхняя, неважно. Сейчас мы поговорим с вами, как же нам правильно скользить, ну да, по прямой, вот строго по прямой, как обычно. Хорошо, и первое, что нужно усвоить, колени наши идут вперед, да, за носки коньков, носок, да, это пятки, колени идут вперед, за носок, живот идет вперед дальше. И за счет этого мы катим. Да? Вперед, носки, живот вперед. Также и спиной, да? Также спиной. Катание по прямой спиной. Здесь то же самое. Колени вперед, живот туда вперед, да? Так же, как и лицо. Поэтому это первое железное правило, которое нужно усвоить, когда мы катимся по прямой. Живот вперед. Это первое. Второе, о чем хочется сказать, это мы двигаемся виражами, да, виражами. Вираж левая, вираж правая. Да, кисть всегда двигается виражами. Когда, да, уже кисть набирает большую скорость, тогда этот вираж, он из виража превращается в такую, как дугу, да, почти в прямую линию. Но это я говорю, да, уже об более высокой скорости. Почти самый максимальный. То есть мы все время ускоряемся за счет поворота. Да. Это второе. Это что касается второго. Третье. Тоже немаловажно, да? Вы, наверное, замечали, как хоккеисты поворачивают, да, бывает такое, на пятки, да? На пятки зачастую теряется вся скорость при повороте. Поэтому нам следует поворачивать, да, и вообще скользить тогда из всего этого не на пятках, да, а на середине лезвия, ближе к переднему стакану. За счет этого будет достигаться баланс скольжения, легкость. И самое главное, вы будете иметь преимущество в игре. Да, на пятках. Это на пятках. Слышите звук? Отчетливо, откровенно, да? Видите, скорость не набирается никуда. Идет только шерстение, да, такое? Резко льда. А сейчас я покажу, как оно без звука, да? Как раз-таки на середине, да? Здесь получается как ходьба. Ты можешь вообще идти, но если ты на середине, ближе к переднему стакану, у тебя будет легкость. Просто вот легкость и скорость. И будет как минимум поддерживаться ваша скорость. Но никак не теряться. Звук вот этот. Это не круто. Все. Ну, в общем, если мы едем на пятки, мы режем лед, и мы это прекрасно можем с вами слышать. Да. Вот хочу особо важно подчеркнуть этот момент, то, что мы давим коленом носок. Вот это движение я сейчас переношу в лыжные гонки. И это действительно работает, когда ты в подъем идешь, там, не знаю, одношажным, двушажным. И вот ты именно делаешь акцент на то, что колено наезжает на носок и давит. Ну, в моем случае лыжи, снег, в данном случае лед. То есть вот проведем. И за счет этого мы набираем хорошую скорость и можем поддерживать ее на протяжении всего подъема. Это, так скажем, перенос в другой вид спорта, из хоккея. Учитесь кататься на коньках, правильно.